Понятно. Вопрос был, почему Путина воспринимают всерьез? Потому что президент очень большой страны, у которой номинально дохуя ядерного оружия. Если на бумаге, то у них его больше, чем у США. Доказательств, что у них оружие ядерное какое-то не такое, нету. То есть из там 6000 ядерок, возможно, не работает там, допустим, половина. Это все равно дохуя ядерного оружия. Даже если там не работает 80%, все равно это много. Поэтому воспринимают всерьез. Что не так? Я имею в виду, что русские его описывают как гигачада и нагибателя, а он максимально унылый и кринжовый. Очень мало есть зедовцев, которые реально эксплицитно топят за Путина и которые считают его политиком, лидером, борцом, значит, чемпионом христианства и белой расы и так далее. Этого очень мало. Большинство зедовцев считают себя оппозиционерами. То есть они либо оппозиционеры, которые типа ненавидят Путина, потому что он Донбасс не признавал 8 лет, либо потому что спутник и погром заблокировали, Стрелкова посадили, вот это все. Либо они либеральные оппозиционеры и все равно зедовцы. Так или иначе, большинство этих людей, они номинально по взглядам, чисто вот на поверхности, антипутинские. Ну, если их реально читать, конечно. Конечно, сгнили, они из этих ядер наверняка всю соляру слили, на части разобрали. Если рили война, они эти ядерки руками закидывать будут. Чувак, ракеты на Украину каким-то образом летят 2 года. То есть давайте совсем вот на Байрактарщину не уходить. Да, все сгнило, людей убивают по-прежнему они на территории Украины. Ну, как бы... Сгнило-то оно сгнило, но это не значит, что оно ущерба не может нанести. Поэтому и считаются. Поэтому и воспринимают всерьез. Что для вас затруднительно в этой логической цепочке? Короче, чекнул я ваши США и неты. Одна половина говорит, что Такер – герой США, показал правду о тоталитарном государстве Украины. Вторая говорит, что Такер – подсос Кремля и пятая колонна. Кстати, Пол Джозеф Уотсон – это кринж? Да, кринж. Он говорит, что Зеленский – диктатор как пыня, кек. А, не, ну тогда как можно? Какой же кринж? Это гений, очевидно. Нет, Пол Джозеф Уотсон – кринж даже в отрыве от украинской ситуации. Как говорил Аркадий Бабченко, сотни тысяч орков с ржавыми автоматами – это все равно сотни тысяч орков с хоть и ржавыми, но автоматами. Ну да. Кто более пынявый – горловой Кеннеди, Какер, Пыни или Кучера? Кеннеди. Кеннеди однозначно.